Слева от отеля начинается торговая улочка. Вечером вот здесь все загорается. Это вот большой рынок Пали. Подделки там всего. Там Гуччи, Версачи, Лагерфильд. Рок-вечеринка. Живая музыка. Парочка европейских пенсионеров отплясывает. Такую картину я потом наблюдал во многих кафе. Они вот так любят отдыхать, европейцы. Танцевать, как в фильмах. Луи Виттон. Диор. Босс. Барбери, Поло. Сколько вот, например, футболки, сколько стоит вообще? Например, просто. Вот. Баленсиага, Найк, Халфайгер, Кельвин Кляйн, Найк. Что хочешь. Рынок Пали. Мишка вот этот как. Вот тоже спортклуб West Ham Manchester United. Лайф, yes. Скор. Какой счет? 1-0. West Ham? West Ham 1. West Ham гол? 0. Вот экраны, и можно вот здесь вот смотреть. Вот тоже спортбар. Вот. Какие цены, например? Вот томатный суп мой любимый 120. Здрасте. Пицца 180. Дурум, сколько стоит? Дурум, брат, тебе 100 лир. 100 лир, да? Да. Видео снимаешь? Видео. Что такое? Exchange. А у них же нет уже вот этого. Кстати, в этом обменнике мы меняли доллары 19.2 курса, а в Алане 19.05. Здесь в районе оба выгодней. По району оба отеля, это вот как раз вот начинают Азия Бич, Кайла Бич, Кайла Сити. Вот А11 Хотел Абакёй. В общем, это хорошие здесь отели. Вот. Что за какой-то большой центр? Его. О, это уже спортивные товары здесь. Женские, мужские. Кстати, вот по хозяйственным товарам. Вот этот крем, это вот самый распространенный в 2021 году по 14 лир был. Вот это блендер, да, их фирма. А, вот смотри, Head & Shoulders, смотри, какие маленькие. Эти. Походный вариант, да? Может, один взять такой? Еще меньше вот здесь. А вот один возьми, какой Head & Shoulders. Вот возьми. Потом переливать можно. Дорожная версия. Даже вот смотри, маленькие версии. Вот как выглядят турецкие средства защиты. 125 лир. Получается $6. $6 на наши деньги. Ну, грубо говоря, около 2800. Вот защита стоит столько в Турции. Вот это вот Арко, их знаменитый крем. Мыло для бритья. Вместо пены они вот такой используют. Вот турецкая колония. Это вот парфюмированная вода.
она как этот, как и антисептик, как и одеколон, короче. Очень популярна в курсе. Вот разные цены. 40 лир, в зависимости от объема 75 лир. Вот это, видимо, какой-то классический. И разные. Классические это лимонный, потом идет морская вода, роза. А сейчас уже пошли вот любые цвета. Вот. Любые запахи, то есть. Я, кажется, такой брал. Бодрумские мандарины. Всякие напитки прикольные. Лимонады. Таких вот у нас нету. Вот, витамин С что-то. Портакал. Что, вот эти маленькие возьмем, может? Агирь. Вот смотри, попробуй. Есть гранатовые, есть вот лимонные. Вот это вот. Их лимонов вот фирменные. Давай. Давай один гранат возьмем. Один гранат. И лимонный возьми. Ты гранатовый, я лимонный. Еще вот это вот наподобие нашего алоэ, только здесь получается тоже какой-то мякоть клубничный, ананасовый и блюберри, что такое это? Черника или что-то такое? Швепсы тоже есть. Мороженое, лед. Так, вот это вот томатные пасты. Тунец, молоко. Вот молоко стоит 25 лир. Нутелла, улькер, шоколадные пасты. Так, вот это знаменитый турецкий кофе Мехмет Эфенди. Если вот кто любит в турке молотый, берите вот эта фирма, она очень такая популярная и качественная. Мехмет Эфенди. Раньше вот в 21 году 4 лиры пачка стоила. Потом 7 лир, 20 лир, девальвация когда была, сейчас 35 лир. Это мягкая пачка, а вот это уже в банках. Чай, чайкур, ризе, 35 лир. 200-граммовая пачка. Также вот фундуковый кофе, карамельный кофе, это уже подвиды. Халва вот, фирма Кошка вот это. Кошка, Коска, вот она популярная. Туркиш лимонад. Вот такой маленький лимонад, это, наверное, сколько? 100 миллилитров. Очень вкусный. Цена 7,5 лир. Начало сезона, туристов мало, но каждый торговец использует это по-своему. Кто-то цену сбавляет, кто-то, наоборот, какие-то нереальные цены говорит. Агар, Ацар отель. А вот эта вот вся улица, это фастфуды, кафе, рестораны. Вот в этой стороне я не был. Вон вообще какой-то ресторан с фонтаном. Ресторан называется Мелани. И вон там он в форме искусственного водопада. Вот, вода течет. Это тоже вот и спортбар, и живая музыка. Такие парочки пенсионеров Европы, я танцующий вот в каждом баре есть. Здесь вот кафе уже в таком английском стиле Лондона. Тоже вот популярное место, очень много людей сидят. Кальян курят. Вот. Дома поговорим. Вечеринка, да? Где-то вообще я видел, шок же магазин был, может он открыт. Вот минивэн, разукрашенный в свадебном оформлении. Наверное, свадьбу катал. Уже вечер, вот многие места 11 часов закрываются, потому что такого потока туристов нету. Это вот аренда автомобилей, скутеров, мотоциклов.
Турки любят вечером собираться, пить чай, курить, общение. Статуэтки балерин.